Сегодня у нас 12 сентября, и вы видите, перед вами ягоды малины. Еще в середине сентября есть свежие ягоды малины. По малине у нас занимается в Институте садоводства Надежда Дмитриевна Яговцева. Много лет работала у нас Вера Александровна Соколова. И создана и Вера Ивановна Анисова. В институте создан целый ряд сортов по малине. Это такие сорта, как Зоренька, Барнаульская, Дочь Веслухина, это давнишний старый сорт. А более новые сорта – это Заздравие, Колокольчик, Кредо, Иллюзия. И совсем последние, недавно годы, созданы такие сорта, как Веста, Аврора. При создании сортов по малине это прежде всего это зимостойкость, крупноплодность, чтобы ягоды были крупные, достаточно крупноплодные ягоды были. И хорошего вкуса. Потом еще обращает внимание наша шиповатость, чтобы побеги, на побегах было поменьше шипов, или без шипы, или слабо шиповатые. Видите, побеги чистые, не пораженные этими болезнями, пурпуровыми пятнистостями. Потом еще есть вредители также на малине. Есть земляничный клещ, также есть и малинный клещ, который повреждает листья. То тоже нужно, чтобы отбирать сорта более устойчивые.